А то как работают руки еще кроме всего прочего, насколько четко уход должен стоять. Я как занимаю позицию, ножки встал, руками перекрылся, локоточек поставил, ручку поставил, вот рука, да? И когда я бью, я же защищаюсь, а не просто руками размахиваю. И потом, когда ухожу в линии атаки, руку подставляю. Вот я стою, оп, рука. Отсюда еще один удар вышел. Я стою, момент удара, эта рука закрывает возможно контратаки. Эта рука перекрывает голову. Вот я стою. Я закрытый. Стоишь. Рука. От вас... Я бью, эта рука перекрывает. Здесь голову закрывает. И отсюда. В случае чего отсюда. И. Оп! Закрытый. Оп! Вот стоишь.